Yes. А так основан он здесь Трофимов Основалова. Трослав в переводе. Трофимов Лазарев. Понятно. Мы же когда Трофимов будет. В 99-м году его организовали. 740-й там стоит. 129-й, 132-й. Вот здесь. Ага, спасибо. Так. Ага. Здравствуйте. Мы к вам приехали или не по назначению или нет? Орбита. Вы орбита? Диспетчерская. Ага. Здравствуйте. С 500 этого 19 номера тут есть сегодня работает кто? Вот спросите диспетчера, пожалуйста. Ага. Давай, Ира, спросим. Давай, давай. На торт возьми. Давай. Все. Так. Ну что, мы сегодня приехали отблагодарить за найденный телефон нашей дочери, товарищей, диспетчеров, кондукторов, кто вчера работал на смене. Вот, хотим, значит, вручить торт, вознаграждение так бы за телефон, который нашли в автобусе работники автобуса «Орбита». Вот, и определенно они нам его вернули. Вот какие бывают люди все-таки хорошие. И вот мы сейчас идем, значит, вручить им торт за это дело. Вот с ним, значит, орбиту диспетчерскую. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, девушки, вот мне такое, значит, дело. Вчера у нас ваши работники нашли телефон нашей дочери и вернули нам его. И вот мы пришли отблагодарить тех работников, ну и вас, естественно, всех, что у вас вот такие люди работают хорошие, отзывчивые. 519 номер. 915. Ой, 915, ну, да. Вот кто вчера? Вернули, они сегодня работают на смене или нет? Работают. Так, 915. Вчера. Нет, они сегодня не работают. Не работают? А когда будут работать? Так, водитель нашел-то. Не знаю. Ну, я не знаю. Не вот знаю. Вчера дочь у нас просто потеряла в этом автобусе, у вас, в первом номере, вот этот. Он будет работать, и это 30-го. 30. Ну, что ж, у вас холодильник есть тут? Есть. Есть. Все. Вот мы вам вручим торт с чаем, а вы уж там совместно это отметьте это дело. Здравствуйте, пожалуйста. Вот мы хотим отблагодарить ваших работников за отзыв, то, что нашли наш телефон. Да. Вот, мы правда со съемочкой, так что мы это все выставим в интернет, есть такие, потому что люди, да вы не бойтесь, все прекрасно, я Алексей Доктор Леший, я в соцсетях нахожусь, именно вот у моей дочери телефончик, значит, это как его, выпал в автобусе, вот, а ваши хорошие люди его вернули. Все хорошо, все по закону, все честно, понимаете? Вот. Вам большая благодарность за ваших работников. Вот. Так что вот вам тортик кому вручить? Вам или кому? Вот возьмите, нате, я вам передам. Вот тортик. Большое вам спасибо огромное, девчонки, что вы такие действительно это честным трудом таким достойным у вас это можно поздравить, что есть всякие люди, а вот видите, нашли, вернули. Все, отблагодарили как положено. Большое вам спасибо. Хорошего здоровья, с праздником вас еще раз. Вот. До свидания. Ну, в общем, ладно. Передадите, сами тут организуйте. Всего хорошего. Сейчас автобус поедет какой назад? Сейчас, наверное. Будет какой автобус? Ну, будет, пошлю. Ладно, до свидания, девчонки. До свидания. Всего хорошего. Ну, вот, свое дело сделали. Отдали торт, отблагодарили, передадут, значит, все, все остались довольны, все хорошие. Все очень прекрасно. Отблагодарили по собственной инициативе работников маршрутного автобуса «Орбита»,
Так, их работники вернули нашей дочери телефон, найденный в автобусе, дочь нас потеряла. И вот решили мы их отблагодарить. Вот приехали, сделали такую маленькую ремарочку, то, что они действительно честно работают, качественно, и все хорошо. Все были бы такими, как из автопарка «Орбита». Вот и все. Всего хорошего. С вами был Алексей Лешин.